Здравствуйте, вы находитесь на канале «Стройгарант Анапа». Я ведущий Руслан Якубов. Сегодня расскажу вам о небольшом, но очень уютном доме 70 квадратных метров на 5 сотках земли. А сейчас я вам расскажу, какие коммуникации уже подключены к дому. У нас есть электричество 15 киловатт, вода и септик. Дом полностью готов. Сделана отделка фасада, утепление. Если вы посмотрите, крыльцо 3 квадратных метра и навес. А сейчас посмотрим, что вас ждет в доме. Вот мы и внутри дома. Прихожая 4 квадратных метра. Что ее оснащает? Здесь есть электрощиток, где вы можете отключить любую группу приборов во всем доме. Справа от меня окно, радиатор. На полу у нас керамическая плитка, как вы видите. И есть система теплых полов, которые тоже находятся здесь для максимальной экономии пространства, так как дом небольшой, и электрокотел. Также у нас есть вытяжка и выход на чердачное помещение. А чтобы попасть в чердачное помещение, мы берем такой ключ, вставляем, поворачиваем, появляется откидная лестница, опускаем, разворачиваем. Ну что, прошу. Друзья, вы можете на нашем чердачном помещении посмотреть качество выполненных работ. Утепление, которое произведено с помощью Минват. Если сделать пол, то можно использовать как помещение для хранения ваших личных вещей. Велосипеды, лыжи и все, что вам охота будет спрятать от лишних глаз. После прихожей мы попадаем в коридор, 6 квадратных метров. Здесь находятся все двери этого дома. Можно попасть в две спальни, в кухню-гостиную и в санузел, куда мы сейчас и отправимся. Санузел 6,2 квадратных метра. Справа от меня можно установить унитаз, тем более все уже для этого готово. У нас есть канализация и вывод холодной воды. Слева от меня можно установить большую раковину, есть подвод электричества для освещения, есть розетка, где вы можете подключить какие-то электрические приборы. Справа уже вот за такой нишей у нас все разведено, чтобы установить душевую кабину или ванну, и стиральную машинку и бойлер. Розетки уже предусмотрены. А за моей спиной вы видите окно и слева от меня радиатор, чтобы в этом помещении всегда было комфортно. Друзья, мы возвращаемся в коридор. Теперь я вам расскажу о тех комнатах, которые есть в доме. Прошу. Первая комната 11,9 квадратных метров. Здесь вы можете сделать спальню, гостевую или детскую комнату. Давайте посмотрим на ее оснащение. У нас есть выключатели, электроразводка, есть акцентная стена, которая будет поднимать вам настроение, натяжные потолки, вытяжка, розетка, чтобы установить кондиционер, конечно же, радиаторы отопления, чтобы зимой было тепло, и окно с шикарным видом. Друзья, ну а сейчас самое такое интересное помещение, потому что это наверняка будет спальня хозяев дома. Пойдемте посмотрим. А сейчас мы находимся в спальне площадью 16 квадратных метров. Здесь можно установить двухспальную шикарную кровать, тем более акцентная стена уже поклеена и находится за моей спиной. Здесь есть розетки, которые предусмотрены, чтобы вы могли зарядить свои гаджеты. Есть замечательная стена, где можно установить какой-то косметический уголок для хозяйки дома. Есть большое окно с шикарным видом на анапские просторы и радиатор. Ну а кто хочет, чтобы у него было всегда комфортно, у нас есть розеточка, и вы можете установить кондиционер, чтобы вам было всегда комфортно в вашем доме. А сейчас давайте посмотрим на подключение радиаторов в этом уютном доме. Трубы выходят сразу из стены, стоят регуляторы, где вы можете отрегулировать ту температуру в каждой комнате, чтобы вам всегда было комфортно. Ну а сейчас мы отправляемся в сердце нашего дома, кухню-гостиную 25 квадратных метров. Кухня-гостиная у нас состоит из двух зон. Зона отдыха и зона готовки. Здесь есть фартук, электричество, выводы под раковину,
многочисленные розетки, чтобы подключить максимальное количество электроприборов. Также у нас есть теплый пол, чтобы вам было комфортно, и выход на вашу террасу. Октябрь месяц на дворе, а у нас шикарная погода. Здесь, на своей террасе, 22,5 квадратных метра, вы можете отдыхать со своей семьей или со своими друзьями. Друзья, давайте немножко помечтаем, что вы уже живете в этом доме. Есть все для того, чтобы подключить телевидение, какую-то приставку. Здесь можно установить большой шикарный диван. Ну а здесь, в центре, большой стол, чтобы поместиться всей вашей дружной семьей. Мы рассказали вам о доме в 70 квадратных метрах на 500-ках. Если у вас остались вопросы или вы хотите приобрести точно такой же дом, то пишите комментарий или обращайтесь к нашему менеджеру. А с вами был Руслан Якубов из «Стройгарант Анапы».